Всем привет! Девчонки, сегодня мы вместе с вами будем работать над нашими бедрами и ягодицами. Будем убирать целлюлит, так как сезон коротких шортиков и юбочек уже не за горами. А целлюлит, дряблая, рыхлая кожа – это проблема практически каждой второй женщины. Чаще всего появление целлюлита связано с неправильным образом жизни. Поэтому мы не просто выполняем этот комплекс вместе со мной, а меняем свои пищевые привычки. Полный отказ от алкоголя и, конечно же, курения. С помощью интервального комплекса мы будем разгонять кровь в бедрах и ягодицах, используя статику и динамику. А в конце добавим растяжку, это улучшит работу лимфатической системы и поможет в борьбе с целлюлитом. Ну а если вы будете сочетать этот комплекс с этой процедурой, то эффект будет уже после первого занятия. Давайте ставить таймер и приступать. У нас с вами 3 упражнения. 45 секунд работы, 15 секунд отдыха, 5 раундов. Первое – это прыжки на скакалке с высоким поднятием бедра. Поехали. Выше колени. И веселей. Убираем целлюлит. Сделали. Второе упражнение – это стульчик у стены. Поехали. Колени под углом 90 градусов. Спинка плотно прижата к стене. Руки вдоль туловища. Дышим. Дыхание не задерживаем. Закончили. Третье упражнение – ходьба на ягодицах. Садимся на край коврика, спинка прямая, ножки перед собой, на ширине плеч, ручки согните в локтях и поехали. Шагаем вперед. И назад. Ножки прямые. Сделали. Прыжки на скакалке. Поехали. Выше колени, стараемся.
сделали. У нас стоп после третьего сигнала. Стульчик. Поехали. Дышим. И терпим. Делаем ходьба на ягодицах. Садимся на коврик. Спинка прямая. Подвигаем правую ногу вперед. Вес тела переносим на правую сторону и левую. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вперед. Раз, два, три, четыре. 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 Раз, два, три. Закончим. Прыжочки. Дышим. Спинка прижата. Сделали. Ходьба на ягодицах. Раз, два, три, четыре.
сделали. У нас четвертый раунд. Прыжочки. Поехали. Оп. Поехали. Девчонки, ножку подаем вперед за счет максимального напряжения в ягодицах. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, три, четыре. Раз, два, три. Последний раунд и переходим к растяжке. Еще 15 секунд. Терпим. Сделали.
два на ягодицах. Сделали. Переходим к растяжке. Подтянем заднюю поверхность бедра. Правая ножка вперед на пятку. Левое колено чуть согните. Таз отводим назад. Наклоняем корпус вперед. Берем себя за носок. И задержались в этом положении. Дышим. Дышим, не задерживаем дыхание. Меняем сторону. Левую ножку вперед на пятку. Правое колено мягкое, чуть согнуто. Спинка прямая. Таз отводим назад. Корпус наклоняем вперед. Берем себя за левый носок. И задержались в этом положении. Почувствовали, как тянется задняя поверхность бедра. Подколенное сухожилие. Дышим. Тянем переднюю часть бедра. Встаньте в выпад. Правая нога впереди. Опускаемся вниз. Медленно, аккуратно. Колено левой ноги в пол. Найдите баланс. Возьмите себя за носок левой ноги. Подтягиваем пятку к ягодице. И толкаем немножко бедра вперед. Чувствуем, как тянется передняя часть бедра левой ножки. Дышим. Не задерживаем дыхание. Смотрим вперед перед собой. Представляем, как уходит наш целлюлит. Меняем ножку. Левая вперед. Правое колено в пол. Берем себя за правый носок. Подтягиваем пятку к ягодице и толкаем бедра вперед. Тянется передняя часть правой ножки. Подтянем квадрицепс. Дышим. Закончили.
Потянем нашу попу, ложимся на коврик. Колени к себе. Левую ножку на правую закиньте. Обхватите правое колено сверху и подтяните к себе. Почувствуйте, как тянется ягодичная мышца. Дышим. И чувствуем напряжение в ягодицах. Постепенно подтягиваем правое колено ближе и ближе к себе. Меняем ногу. Подтягиваем колени к себе. Правую ногу закидываем на левую. Обхватываем колено сверху. Колено левой ноги. И постепенно подтягиваем ближе к себе груди. Все чувствуют, как тянется ягодичная мышца. Дышим. Дыхание не задерживаем. Мы закончили наш антицеллюлитный комплекс. Девчонки, я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Не поленитесь, сделайте перед комплексом эту процедуру. Не поленитесь, подпишитесь на мой канал и на мой инстаграм. У меня все. Увидимся на следующей тренировке. Пока-пока.